В Самаре работает консультационный центр «Победим вместе». По номеру, который вы видите на экране, круглосуточно можно получить всю информацию по вопросам заключения контракта на военную службу. Напомню, с октября этого года единовременная выплата при заключении контракта 2 миллиона рублей. За первый год военнослужащий получает 4,5 миллиона. Помимо этого увеличили до 100 тысяч рублей сумму выплат за содействие в проведении агитации и помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат – или пункт отбора для заключения воинского контракта. Средство может получить любой. Основанием для этого является справка. Не захотел остаться в стороне. Друзей много там. Как-то внести свой вклад в победу. Наши родные поддержали. Так-то друзья тоже как не против были. Говорят, мужик, родину защищать надо.